ситуация будет такова. Дети 12 лет насмотрелись в выступлении акробатов и начали сами выполнять акробатические упражнения без специальной подготовки. Нужно их остановить, не используя грубой физической силы. На арене цирка. Впервые на арене цирка. Аплодисменты. Аплодисменты. Громче аплодисменты. Слушай, видел сегодня концерт? Классно, да, выступили? Такие вообще все. Цирка. Паша. Акробаточки. Я тоже так хочу. Давай, давайте попробуем. Сашка, прыгай. Супер жу. Падай. Олег Попов. Танечка. Его собачка Тося. Ты собачка? Собачка Тося. Собачка. Собачка. Лет 12? У женщин возраста не спрашивают. Хорошо, Танечка, ты взрослая. Ты взрослая уже, девочка. И я тебе покажу, Пашенька. Вы видели, как я... Какой трюк я во сне показал. Ловчу, Танечка, я тебе предлагаю заняться громкой стратегией. Ты знаешь, что акробаты перед выполнением упражнений очень хорошо согреваются. Выполняют комплекс упражнений. Ты держу, этот комплекс не выполнила. Ты должна согреть свои мышцы, как настоящий акробат. Все, а иначе какой же ты акробат, если ты не готовишься? Мой комплекс! Бег утром! Танечка, надо отжиматься 15 раз. Потом я злю вожатых, и они бегают за мной по утрам. Отлично, Танечка! Танечка, а завтра мы поедем на экскурсию в областную травматологию с тобой вдвоем. Ты посмотришь на девочек, у которых не спрашивают возраст, которые лежат в гипсе с гирями под потолком. И я думаю, что тебе не захочется после этого. А, кстати, Танечка, вот туда посмотри. Вот как надо это делать. Хорошо, мне завтра в это время... Юлечка, набить, Юлечка. Впервые на арене цирка. Юлечка, набить, покажи, как надо готовиться. Как надо? Славка, давай, Славка! Но! Славик, Славочек, давай! Славик, но! Юля! Встали, Слава! Славочки сними! Отлично! Пойдем. Давай готовиться лучше. Осторожненько, не забывайте меня, пожалуйста, девушка. Я понимаю, что вам работа. Итак, внимание! Мой Танечка. Держи, Паш! Обязательно, Танечка, подержу завтра. Да. Танечка, а ты в курсе, что... Молодец, спасибо. Таня, а ты в курсе, что акробаты перед выступлением должны хорошо выступить? Таня. Слава и Таня. Слава и Таня, вы в курсе, что акробаты перед выступлением должны хорошо пойти и выспаться? Паш, часов 7. Маленькая высота, несерьезно, Таня. Ну как тебя уважать не будут, Таня. Отсюда прыгать нельзя. Это мало, это для тебя мало. Паш. Я понимаю, да. Ведь ты же прав опять же. Танюша, мне провода не хватает, извините. Переворот, а вот, Таня, нужно хорошо выспаться, нужно сделать зарядочку, обязательно. И нужно зрителей позвать, у вас зрители доедут для выступления, нет? Сама с собой, ты как-то это... Вот это не шоу, это не русский экстрим даже, это не катит. Все, так. Слав, иди Паша твой. Слава, Славочка, деточка, тебе не стыдно? А вот Таня уже спит, видишь? Таня уже выполняет комплекс упражнений, потому что перед тренировкой нужно выспаться. Видишь, Таня спит? Славик, 6 часов. Большое спасибо. Это был исторический факультет.